Всем привет! Сегодня у нас будет новая часть Форт Боярда, но не совсем обычная. Я решил, что сегодня надо придумать что-то интересное, поэтому у нас после каждого раунда будет вылетать не один человек, как обычно, а сразу шестеро. И вместо них будут заходить новые люди, мои подписчики из Дискорда. То есть сегодня у меня смогут поучаствовать, ну, наверное, человек 50. Ну а те четверо, которые побеждают в режиме, проходят в следующий раунд, и задача продержаться как можно дольше, то есть дойти от начала до самого конца. Но не знаю, наверное, ни у кого не получится это сделать. Ну что ж, посмотрим, кто у нас сегодня окажется самым сильнейшим в Форт Боярде. Приятного просмотра! Ну что ж, посмотрим, получится ли кому-нибудь из нашей десятки дойти до самого конца. Первый режим у нас будет с дуэлями 1 на 1, и здесь нужно войти в топ-4, чтобы пройти в следующий этап. То есть, получается, надо убить двоих. Ну, посмотрим. А, кстати, смотрите, кто у нас в комнате? Жмых Бобр 228, настоящая легенда. Если что, я его не звал, он сам зашел по ссылке. Ну, посмотрим, сможет ли легенда здесь всех затащить. Ну, по идее, Эмс здесь всех выносит. Так. А, я против Гейла. Хорошо. Хорошо. Так. Отлично, он прижался. Все, замечательно. Только я банку сейчас не заберу. Блин, я к банке никак не подойду. Придется ждать. Ну, хорошо. На самом деле, мне кажется, Гейлу надо было как-то выходить на меня, что ли. Так, что по моему оппоненту? Где он? Он еще сражается, видимо. Так. Везунчик там против Трайспайка. И они оба умирают. Замечательно. Получается, я прохожу в финал. Так. Здесь опять Эмс, серьезно? Что за фигня? Ну ладно, сейчас я отхилюсь. И начинаем. Так. Надо как-то издалека вот дамажить. Ай-яй-яй. Но у него хп мало, но я его не добью. Блин, мне надо подходить. Так. Ай. Ай, больно, больно, очень больно. Фу, хорошо, хорошо. Отлично, кто там остался? Да ладно, опять Эмс. Серьезно. Я беру Эмс, и все тоже ее берут. Так, все, финал. Так, Айс Фокс. Что-то он слабо начал. Ай. Окей, второе место. Получается, что в следующий этап у нас проходит Айс Фокс. Конечно же, я, ЦМ Бомжик и Жмых Бобр 228. Ну окей, остальные у нас вылетают. Это просто самый старинный режим на моем канале, наверное. Маньяк. Ну, в который я продолжаю играть. Все вы, наверное, уже знаете правила. Здесь надо просто выживать от Була. Который придет к нам секунд примерно через 10. Почему он на центре? Бул нарушает правила. Он должен прийти секунд через 10. Окей. Бул нарушает правила. Ну, как обычно, знаете. Как обычно, все не по плану у нас идет. Очень много людей косячит на моих съемках, к сожалению. Так, уже Алиштоп у нас наигрался. Так, мне нужно выживать до топ-4 обязательно. Если я вылечу, кстати, я буду, наверное, играть, но я уже как бы проиграл. Но я все равно останусь в комнате. И буду играть со всеми. То есть, мне без разницы. Типа, главное участие, как говорится. Но это мой видос, я в любом случае буду в нем участвовать. Так. Окей, бегаем, бегаем. Кстати, Жмых Бобр играет на Шелле. У него нету Бо. Ну, зачем ему как бы видеть в кустах, да? Он же Жмых Бобр. Он легенда. Так, окей. Он и так как бы все видит, наверное. Так, хорошо. Убегаем, убегаем. Но вообще можно здесь вот бегать по кругу. Неплохая такая тактика. Но я не знаю, может Бул и найдет меня как-то, если стрельнет. Я, например, вот когда здесь играл на Буле, вот всегда стрелял в противоположную сторону и находил кого-то. Так, ну что ж. Живем, живем. Уходим. Фух. Это было близко. Эх, зря, зря. Айс Фокс, что ли? Айс Фокс зря туда пошел. Нельзя заходить в тупики. Это смерть. Так.
Тупики очень легко чекаются, просто... Жмых-бобых, да ладно, жмых-бобых умирает, невозможно! Невозможно! Так, все, я уже в топе 4. Давайте по фану доиграем до конца. Покажу вам, как тут надо побеждать. Ай-яй-яй! Блин! Фу, хорошо, хорошо. Так, и я сейчас займу топ-2 уже, да? Отлично. Так, сейчас 300 IQ мув. Ай! А что? Он меня не видел, серьезно? Он меня не заметил! Жесть, вы видели это? Это просто мега эпично было. 300 IQ тактика. Окей. Вы понимаете, что я один остался? Остальные, кто были со мной вначале, все вылетели. Жесть просто. А сейчас у нас будет жуткая тюрьма. Ну, вы тоже, наверное, помните этот режим. Здесь надо пройти вот эту трассу с пиявкой. Погнали. Блин, как же не повезло тем, у кого нет Макс. Они играют на Шелле. Так, окей. Но по правилам режима здесь надо играть на Макс именно. Этот режим вообще называется «Тише едешь, дальше будешь». Здесь надо прям очень аккуратно идти. Так, кто-то пошел вперед, рискует, ну... Я не вижу в этом особого смысла. Так. Здесь самое главное не подставляться под шипы вначале. Так. Я сейчас опять на хилку встану. Подожду, пока что здесь постою. Так. Окей, окей. Блин, я пока что... Не, я приду четвертым, я должен прийти. Потому что у меня хп много. Я там в конце просто всех обгоню. Да и даже можно не в конце, вот, можно сейчас вот рискнуть. Так. Хорошо, все, все, я в топ-4, все. Ну, чтобы я точно был уверен, что прихожу в топ-4. Так, окей. Отлично, отлично. Кто-то там уже умирает, но у меня по хп все в порядке. 2300, мне хватит. Мне хватит с запасом. Так, бежим. Суперсел пошел вперед, но у него хп много. Эх, повезло Суперселлу. Но он, похоже, дойдет первым. Так, кто-то там сливается, я не замечаю, кто. Ай! Ну все. Все, это первое место. И я же говорил, да, что я займу первое место. Точнее, я не говорил, но я говорил, что приду в топ-4. Так, я, Симпа, Фродж и Баграт 2, да? Побеждают. Кстати, кто-то у нас сейчас слился прямо около финиша. Блуд, что ли? Блин, это вообще обидно было, когда ты почти дошел до финиша. Ну хорошо, я опять продолжаю свой путь. Идем дальше. Так, просто спидран, погнали. Ой, как мне повезло со стартом, вот это да. Вот это везение, со стартом, отлично. Так, ну это просто гонка у нас. Ай, нет! Почему гаджет в стену дался? Я не понимаю, что это было. У меня... Я дал гаджет, и он почему-то в стену заюзался. Блин, надо догонять всех. Надо догонять. Я не хочу вылететь. Мне надо прийти в топ-4. Так. Окей, я четвертый, да? Я четвертый. Так, самое главное не накосячить нигде. Кто-то там уже накосячил. Окей, окей. Догоняем. Кстати, у Фроджа нет Макс. Он играет на кольте. Но у них скорость такая же. Только гаджетов нет. Так, так, бежим, бежим. Блин, надо бы догнать Фроджа. Так, я успею? Да ладно, я успеваю. Хорошо, хорошо. Все. Так. Ну, я должен прийти в топ-4, да? Если со мной ничего не случится. Ой-ой-ой-ой. Фродж, как бы мы сейчас не подставили друг друга. Так, так, так. Хорошо. Хорошо. У меня еще один гаджет, но я его пока что не хочу тратить. Он, по-моему, вообще больше мешает, чем помогает. Здесь. Потому что я из-за него чуть вначале просто не отправился домой, так скажем. Но нет, я приду в топ-4. Так. Спанч Боб меня ждет. Спасибо, спасибо, Спанч Боб. И я первый. Да ладно, просто как, с последнего места на первое, что это? Ну, Спанч Боб меня тут подождал, на самом деле это его победа. Так, Бонни Джонни и Фрош также приходят у нас. И они также с нами проходят следующий этап. Мне кажется, у нас уже вылетело человек 25. Просто люди вылетают и вылетают. Так, сейчас у нас будет просто выживание от пушек Пенни.
То есть мы все поставим пушки по моей команде, и четверо, кто продержится дольше всех, те проходят дальше. Так, я, пожалуй, вот этот куст выберу. Оставлю вот этот верхний куст кому-нибудь другому. Так, ну что, давайте набивать ульту. Ну что это за пенни такие? Почему они такие медленные? А, давайте, кидаем на счет 3. 1, 2, 3. Так. Все, бежим, 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 бежим. Ой, как много огня. Сейчас будет еще больше. Так, бегаем, бегаем, бегаем. Ну вообще, я знаю здесь тактику, по которой можно выживать. Ну ладно, давайте я по всей карте побегаю. Так, ой, это было зря. Это было зря. Блин, нет, 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 надо жить. Ай-яй-яй-яй-яй. Что по хп просто? Черт, черт. Хп вообще нету. Ай, 10 хп, что? 10 хп. Я на грани жизни и смерти просто. Ай-яй-яй-яй-яй. Что это просто такое? Мне кажется, сами Supercell не хотят, чтобы я вылетал. Поэтому я остался жив просто с 10 хп. Что это такое? Так, окей. А никто не умирает что-то очень долго уже. Не, но гаджеты у всех разные, мы не будем их юзать. Так, так, так. Ну тогда в шестером мы пройдем следующий этап, если сейчас никто не сольется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, бегаем, бегаем пока что. Не, огонь дамажит, но не убивает нас. А, вот, кто-то слился, хорошо. Пятеро нас осталось. Так, ну все, я думаю, больше никто не умрет. Я сейчас тоже, по идее, отхилюсь. Ну да, да, никто больше не умирает. Давайте еще немножко побегаем. Ну все, я думаю, дальше нет смысла. Да, заканчиваем, заканчиваем. Все, мы впятером проходим следующий этап, окей. Я понимаю, что в это сложно поверить, но мы ни разу не перезаписывали. Я реально еще не вылетел. И сейчас у нас будет гонка на броках. Но здесь я точно не должен проиграть, потому что я очень люблю этот режим. Ну, правда, карта новая, но все равно. Ну, правило как обычно, то есть бежим 3 круга, и гаджеты можно юзать только со второго. Так, старт даю я. Я просто разрушаю вот эту фигню, и мы бежим. Так, давайте, я сейчас разрушу, и все бежим одновременно. Давайте, готовьтесь. Сейчас. Так. И все, погнали, погнали, погнали. Бежим, 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 бежим. Ох, хорошо, хорошо. Как я вырвался вперед? У меня вроде скорости нет. Так. Что это такое? А как я вырвался вперед? Мы же одновременно стартанули. Ну ладно, неважно. Ну просто Supercell дает мне скорость, как бы. Так. Все. Гаджеты используем. Ладно, давайте я больше не буду использовать. Не хочу никого подставлять. Чтобы он там из-за меня проиграл. Я и так первый. Что это просто? Сегодня просто мой день. Я везде побеждаю, во всех режимах. Так, и последний круг мне. Как можно было так сильно подставиться? Что это такое с этим броком? Так. Ну и все. Я прихожу первым. Так, Майнкрафтерша второе место. Паприка третье место. Да, и четвертый. Кто же четвертый? Так нельзя делать, как сделал этот брок, так нельзя. Мехвод четвертый. Тот брок нарушил правила, так нельзя перелетать гаджетом. Мехвод четвертый. Вот это, кстати, вообще жестокий режим. Здесь мне нужно опять занять топ-4. Так, помогаем. Помогаем Булу с банками. Ну, помните, да, этот режим? Побег от Минотавра. Лабиринт Минотавра. Так, 1, 2, 3. Побежали. Так, я побегу сюда. Самое главное, что Булл сейчас не появился здесь. Еще подбили меня, блин, специально, что ли? Так, бежим, бежим. Ай, нет, 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 нет. Фух, что это было? Я чуть не слился, чуть не потерял все. Странный какой-то Булл. Он сразу же пошел в телепорт обратно. А, ну это Владимир Путин, точно. Владимира Путина не убить, он будет жить вечно, точно, точно. Я совсем забыл. Это же Владимир Путин сам. Так. Булл обратно в телепорт отправляется, окей. Так. Но у меня еще есть шанс занять топ-4. Я вот не понимаю, зачем в меня стреляли там в начале? Специально, что ли, чтобы меня подбить? Ой, извини, клоун. Клоун, извини, но ты догонишь меня еще. Так, так, так. Нит умирает. Ай, почему не сработал трамплин? Трамплин не сработал. Все,
Так, мне надо рисковать. Я, правда, сейчас могу слиться. Так. Да ладно, а куда Бул пошел? А, точнее, Минотавр. Зачем он в синий телепорт зашел? Блин, что за интересный Бул у нас? Так, я дохожу до конца. Значит, я, Шедоу, первое место. Так, мы проходим. Так, Кирпич тоже проходит дальше. Майнкрафтерша и Владимир Путин также проходят дальше. Ну а все остальные у нас, получается, выбывают. Окей. Побег от смерти. Тоже классный режим. Только у нас сейчас немножко другие правила. Стоп, 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 куда все на старт? Мы начинаем по смайлику Гейла, и нам можно юзать гаджеты. Так, ждем смайлика Гейла. Так, все, 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 бежим, бежим. Не повезло тем, у кого нет фрэнков, но я как бы ничем им помочь не могу. Так, сейчас опять надо занимать топ-4. Так, хорошо, хорошо. Зря там пошли слева. Ай! Что это было? Я просто был на миллиметре от смерти. Так, окей. Ой, банка! Вот это да, точнее коктейль. Вот это класс вообще. Скорость плюс скорость. Хорошо, хорошо. Просто посмотрите на меня, какой я жесткий по сравнению с другими фрэнками. Так, ну ты меня не откинешь, Гейл. Идеально. Блин, с каким я отрывом просто впереди, что это? Так, и один гаджет на концовку. Один гаджет тогда на концовку. Там Гейлу еще и робот мешает, класс. Ну все. И я прохожу до конца, хорошо. Ну, это просто легчайшая победа. Кирпич, 4G и Шедоу также проходят дальше. Наверное, сейчас устроим последнюю игру и все. Ну что ж, режим такой очень рандомный, и он называется Тир. А здесь нам нужно просто выживать от Брока. Кто взял Карла? Блин, ну почему? За что? За что мне такие люди? Брок берет банку. Пусть у Брока будет тогда 3 банки. Все, сейчас нас Брок будет расстреливать. Я надеюсь, я займу сейчас топ-4, потому что это последний режим. Мне опять нужно победить. Ой, Брок уже начал стрелять. Ай-яй-яй-яй-яй, нет! Так. Хорошо. Интересно, он видит наши ники или нет? По-моему, он просто видит кольтов и все. Так, хорошо. О, кстати, я все, я в топе 3 уже. Идеально, я в топе 3. Хорошо, хорошо. Броку можно подойти поближе. Броку можно подойти поближе. А то он так нас не убьет просто. Так, ну все, я надеюсь, что... Ай, ну неважно, неважно, что я слился. Как бы главное, что я вошел в топ-4 опять. Опять это победа. Я думаю, что в этот раз нет смысла считать, кто больше всех раз у нас продержался. Потому что вы сами знаете этого человека, но, как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну, профессионал просто без шансов. Раскатал всех, унизил в ноль вообще. Никому не оставил шансов. Если что, мы ничего не перезаписывали. Вот так вот сегодня получилось, я сам в шоке. Ну а на этом тогда все. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.